Трамвай номер 6 по маршруту Минный городок-Сахалинская становятся арт-объектами. Росписью транспорта занимаются владивостокские художники. Проект реализуется в рамках первого дальневосточного фестиваля уличного искусства. Коллектив нашего предприятия регулярно, горожане об этом знают, наши пассажиры тоже знают, регулярно готовим трамваи тематические к значимым событиям в нашем городе, такие как Новый год, 9 мая, День города. На этот раз мастерская художников Владивостока подготовила и воплощает проект на нашем трамвае. Остались последние штрихи, и яркий транспорт примет первых пассажиров. А художники приступят к росписи следующего трамвая, продолжая сюжетную линию из знаменитой песни про морячку-моряка и рыбачку-рыбака. Движение трамваев, как погоня главных персонажей друг за другом. Мы предлагали несколько разных идей, вот, и на морской тематике просто остановились в итоге, скорее даже потому, что это связанный сюжет сразу на двух вагонах. То есть до этого мы предлагали несколько вариантов, на которых были как бы, ну, один на одном какая-то история, на другая на другом, а в итоге показалось, что нужно это все связать, соединить. Художники и работники депо надеются, что новый творческий объект придется по душе жителям и гостям города. Мне очень нравится. Ну, с одной стороны, конечно, необычно, но с другой стороны, как я сказал, креативно и молодежно. Все по велению времени. Я думаю, что горожанам и нашим пассажирам понравится. Оксана Якуш, Елизавета Драгомирова, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.